Огонь мести Чингиза не гаснет, Синан делает то, что говорит Чингиз, чтобы не подвергать Зине приску. Он идет один на склад, где прячется Чингиз, никому не сказав. Зрелище, с которым он сталкивается, поражает его воображение. Он видит Зейнеп на табурете с веревкой на шее. Единственное, о чем он может думать в этот момент, это спасти жену от веревки. Когда он поворачивается к Зейнеп, как и планировал Чингиз, тот падает в обморок от удара по голове. Чингиз снова сделал то же самое и поймал Синана в его самом слабом месте. Когда Синан приходит в себя, он видит Зейнеп, неподвижно лежащую на земле. Пока Зейнеп борется за свою жизнь и смерть, руки Синана связаны рядом с ней. Он испытывает глубокую боль от того, что просто смотрит на своего любимого человека и не может ему помочь. Даже этой болезненной сцены будет недостаточно, чтобы погасить огонь мести Чингиза. Он полон решимости положить всему конец, убив Зейнеп, Синан и, наконец, себя на этом складе. После Зейнеп похищение Синана мобилизовало всех. Исчезновение Синана после похищения Зейнеп заставляет всех думать о Чингизе, но найти их не так-то просто. Все мобилизуются, чтобы найти их. Несомненно, больше всего в этом процессе страдают матери. Джахиди, который все еще обижен на Генюля и Зейнеп, становится несчастным. Беда, которую они несут в своих сердцах, гораздо больше, чем то, что кажется. Настолько, что со временем кто-то становится не в состоянии нести это бремя. Шуле чувствует себя совсем одиноким. Шуле понимает, что Чингиз все бросил и сжег все корабли. Он чувствует себя одиноким в жизни. Это пошатнет весь его баланс и вызовет безрассудное поведение. Мгновенные решения, которые он принимает, затрагивают не только его собственную жизнь, но и жизни всех, кто его окружает. Произошедшие весьма печальные события, несомненно, затронут Турну. С одной стороны, бред Шуле, а с другой – похищение Зейнеп, которое может закончиться смертью. Малышку ждет очень трудный процесс. План Чингиза по убийству Зейнеп и Синана в определенной степени сработает идеально. И в конце концов наступает момент, когда дыхание задерживается и время останавливается. Кто-то потеряет твою жизнь, но кто? Чингиз, который считает Синана ответственным за закрытие его бизнеса и плохие вещи, происходящие в его жизни, задерживает Зейнеп, чтобы отомстить. Отсутствие Зейнеп, укрывшейся дома, беспокоит Айсель. Наконец он звонит Генюлю. Генюл начинает беспокоиться о ситуации. Он также звонит Синану, но Синан не знает, где находится Зейнеп. Синан немедленно начинает искать Зейнеп и сначала отправляется в Шуле. Но он ничего не может найти. Пока все пытаются убедить друг друга в Зейнеп, Чингиз звонит Синану. Он говорит, что он Зейнеп. Синан очень зол. Он спрашивает, чего он хочет для Зейнеп. Что касается Чингиза, то он ничего не хочет взамен Зейнеп. Он просто хочет, чтобы с ними обоими случилось что-то плохое. Кахиди также сообщили, что Зейнеп нет рядом. Всем грустно. Пока Синан работает с полицией, чтобы найти Зейнеп, Генюль пытается найти что-нибудь для Белкис. Его вызывают для дачи показаний по поводу похищения в Шуле. Таким образом, Турна тоже узнала о ситуации. Турна очень расстроена этой ситуацией и обращается за помощью к Кахидесу. Задержанная Зейнеп слишком проницательна, чтобы легко сдаться Чингизу. Но со временем сопротивление Зейнеп уменьшается, поскольку Чингиз оказывает на нее давление. Когда Зейнеп узнает настоящую цель Чингиза, она начинает бояться. Цель Чингиза – покончить с собой на глазах у Зейнеп, заставив Синана прийти. После этого он убьет Синана. Видя, насколько решителен Чингиз, Зейнеп начинает пугаться еще больше. Кроме того, перед лицом красоты Зейнеп Чингиз обратился к разным тенденциям. Желая разозлить Синана, Чингиз отправляет Синану тревожную фотографию Зейнеп. Синан сходит с ума, но он видит, что благодаря этой картине они смогут добраться до Чингиза. Синан также мобилизует полицию. В конце концов, телефон Чингиза удалось найти. Синан и полиция немедленно готовятся к операции. Как только Чингиз приблизился к Зейнеп, они провели обыск по следу, идущему от телефона. Однако здесь Синана ждет неприятный сюрприз. Поймет ли Сарпа Мелисса? Хотя Сарпу не нравится, что именно Лейла организует его свадьбу, Лейла злится, когда узнает, что ее свадьбу будет вести мужчина, бросивший ее на свадьбе. Лейле становится настолько не по себе, что она хочет подать в отставку, но женщина ее даже не слушает. Затем он пытается связаться с ним, но тот ушел. Лейла сообщает родителям, что уйдет с работы и возглавит пекарню. Его отец очень счастлив.
Может, в сериалах «Хороший день» и «Плохой день», транслируемых на звездных экранах. Он видит хаос и хочет поговорить с Лейлой и успокоить ее, но ему это не удается. Сарп тоже хочет поговорить, но не может, потому что девушка злится. Он также встречается и разговаривает с Седой. В компанию приходит мать Сарпа Перихан. Джан очень старается не видеть Лейлу. Перихан, пришедшая навестить Аслыхан, приглашает их к себе на ужин в тот же вечер. Хотя он готовит что-то из каждого региона, чтобы меню было разнообразным, на десерт он настаивает на выпечке лас. Она идет в пекарню Халила, не зная, что он отец Лейлы, потому что слышала, что это лучшая пекарня в Стамбуле. Брат Мелисы понимает, что Арди нравится Лейла, и говорит ему об этом. Чтобы привлечь Лейлу, он советует ей сохранить хорошие отношения с ее лучшей подругой Седой. Перихан, отец Мелисы Бюлент, проникает в сознание своей девушки Ясемин и предлагает ей родить ребенка. Ясемин также рассказывает Бюленту, мужчина в замешательстве, телефон Сарпа весь день выключен. Она считает это работой, но Мелиса все еще задается вопросом. Ужин начинается в доме матери Перихана. Все там. Сарп немного опоздал. Во время трапезы между матерями происходят небольшие драки из-за свадебного меню. В тот момент, когда Мелиса почти видит фотографии себя и Лейлы в комнате Сарпа, приходит ее парень. Халил готовит выпечку на ужин. Сарп убегает в последний момент незамеченным. Сарп идет в дом Лейлы, чтобы поговорить с ней. Девушка думает, что он Адам, и поливает его мукой. Сарп заставляет его сесть в машину. Когда они спорят, Лейла уходит. Когда Сарп случайно ударил девушку, у него пошла кровь из колена. Берут ватную настойку йода и делают повязку. Он просит ее передать свадебную работу кому-нибудь другому. На следующий день, когда Аслыхан нет в компании, Сарп, Мелиса и Лейла отправляются искать место для свадьбы. Мелисе не нравится это место. Он случайно споткнулся на пятке и упал в бассейн. Сарп толкает Лейлу. Несмотря на то, что Лейла теряет кольцо, Сарп гарантирует, что оно будет найдено. Когда они идут в компанию, Сарп идет к госпоже Аслыхан и говорит ей, что не хочет, чтобы Лейла проводила его свадьбу. Госпожа Аслыхан предупреждает Лейлу. Лейла начинает спорить с Сарпом, который злится на него за то, что он жалуется на нее, в комнате над его офисом. Поскольку Лейла весь день ничего не ела, у нее падает давление, и она теряет сознание. Сарп переносит ее на кровать рядом с собой. Пытаясь разбудить девочку, Мелиса зовет ее и приходит туда. Пути Лейлы и Сарпа пересекаются. Лейлу бросил мужчина, которого она любила, 5 лет назад в день свадьбы, не сказав ни слова. Сейчас он работает старшим менеджером в компании по организации свадеб. Ее начальник Аслыхан доволен Лейлой и просит ее организовать свадьбу единственной дочери.